Ну что, ребят, я в новом месте. У салончика связи. Связь. Это очень важно. Связь – это очень важно. Знаете, какими штуками мне говорит мир, что все хотят любви? Например, вот этими. Любви, любви, любви. И знаете, это воспринимается не просто как картинка. Вы можете посмотреть вот на весь этот холодильник. И что? Понимаете? Видите, весь холодильник выделяется сразу. Бан! А знаете, как такое? Среди белого или среди черного, говорит, красный вот так вот. Само просто бам, бросается взгляд. Вот и все. Тут у нас есть неизменный котяра. Видите? У него очень хорошая мордочка. Ну что, будем? О, да, мы будем с тобой любить друг друга. Только я хотела спросить, будем ли мы с тобой любить друг друга? Мы будем с тобой любить друг друга. Ох, ты мою камеру любишь? Нифига ты. Нифига ты. Мою камеру, кстати, все больше и больше народу начинает любить. Да? Ох ты как. Котяры меня очень любят. Какой-то секси. Вот. У него опьянение пошло. Да, да, вот такой эффект. Какой-то рыжий, какой-то мягкий. Когда я зашла, вальяжно лежал, как лев. Кстати говоря, он на льва очень похож. Кстати говоря, Денис Дэн очень шарит в гороскопах. Прям профессионал. Он сейчас в душе моется. Да, вот, его херачит по всему вот этому кожаному дивану, креслу или что он где-то сидит. О, я, кстати, сейчас до моего сознания кое-чего дошло. Я вам не скажу. Слишком это будет откровенно. Видите, на мне до сих пор мое обручальное кольцо. Мое любимое, как я давно хотела. Кстати, у меня материализовались уже. У меня сегодня так много материализовалось. Вообще, я то, что хотела. Посредством моих старых вещей. Я даже удивлялась. Бам-бам, нихуя, нихуя. Я хотела. У меня даже маршрутизатор материализовался, которого у меня не было в помине. В шкафу нашла. В чужом. В Лехином. Но мне вселенная сказала, что можно взять. И можно диски взять. Я хуй его тучу диск взяла с играми. И наконец у меня материализовался Wi-Fi безлимитный. О да, как я полтора месяца об этом просила. Видите, сережки. Я жду, кстати, из белого золота сережки. Или из какого. В общем, драгоценные сережки. Мне нужна эта хуйня за 100 рублей. За 100 рублей я купила 3 пары. Так что мне сейчас нужны нормальные сережки. Бисюльки какие-нибудь. Наверное. Вот, все хорошо. Всем все платится, всем все нравится. Продолжаем жить без бабла и материализовать вещи. Материализовать бабло. Полтора месяца без копейки. Мир мне сопутствует, сопутствует удача. Вот ты мой сладкий. Все, я пошла заниматься любовью с котом. Здесь вам не место.